Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об обстреле армянскими военными позиций азербайджанской армии. Согласно сообщению ведомства, 16 февраля в 12 часов 50 минут подразделение вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркичарского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Тизикент Дашкисанского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, отметили в оборонном ведомстве.